Здравствуйте! Сегодня немного необычное настроение в мире и музыкальный рассказ о нем, хотя они всегда необычные и каждый раз по-новому отражают дух бытия. Назовем его «Время Машиаха», «Мессии». Зима, мы видели темноту, холод, пандемию. Перед рассветом, говорят, есть самое темное время. И вот вышло солнце. Настал месяц Адар. Мишинехнат Адар, Муадим Васимха. Настает Адар, увеличивайте радость. Приближается праздник Пурим. Знаете, я видел не раз, что где-то на самой границе тьмы и света всегда встречается ортодоксальный еврей. Вот и теперь да будет уже свет и наша музыка хасидская. Целый концерт. Пандемия, зима и тьма. Если вы, скажем, баптист, для вас была бы песня со словами «Боже, здесь твое мы стадо». А если атеист-инженер, здесь огромные мосты и акведуки. Они словно древнеримские. Да и правда, Америка ведь Новый Рим. Times New Roman есть такой шрифт. 2000 лет назад, еще до исправления Рима христианством, они завоевывали мир, строили там свои дороги и мосты. Это раздражало раввинов Гемары, которые думали, они это делают для себя, а не для того, чтобы духовным людям облегчить жизнь. Те, кто до сих пор этим раздражены, должны знать, что Раби Шимон в Зохар прошел через это и исправил, и позже говорил ученикам, что все на свете имеет цель. Инфраструктура очень даже нужна людям, и грех проклинать хоть дренажные канавы, хоть интернет, даже если мы из глубинной местечковой деревни. Наше путешествие вдоль ручья Висахика при его впадении в реку Скулкил в Филадельфии в феврале 2021 года. Ай-я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 й
Ah!
вот это место, где Высокикан Крик, ручей Высокикан, впадает в реку Скулки. Большая река Скулки. Bye.
святого народа. Мы смелые стойкие и адит мимо. Наш нос углим да тойро, девиш на собой да собой иде. Призывни наш клич, будь готов, я-ми-я. Shemi, shemi, shemi.